Всем привет! Сегодня посмотрим, как можно фармить деньги в GTA 4. Ну, в GTA 4 деньги так в основном как таковые не нужны. Здесь что только на оружие, магазины для одежды, еды. В основном недвижимость не покупается, да и машины тоже. Ну так все же посмотрим. Для этого нам нужен гараж Стиви. Вот он. Будем воровать тачки и продавать ему. Единственное, за что здесь более-менее нормально можно получить денег. Берем на помойке баночку. Любой предмет какой-то. Разбиваем стекло. Воруем нашу машиночку. Ну, тут немножечко копы будут преследовать. Ну, это сейчас мы быстро от них уйдем. Так, поставим меточку. Все, копы отстали. Идем дальше. Вот наш гараж. Ну вот, доставляю наш туризма. Получаем денежку. Одиннадцать тысяч.